Первое место кто у нас занимает? Влада Олейникова? Зарина, извините, Зарина первое место. Получает приз. Тарелку плова. Такое удовольствие вечером, да? Потрескать. Второе место. Тарелку борща. С чесноком, ну конечно, но тебе же только с чесноком. С чесноком это бонус вообще. За хорошую технику дается чеснок в нашем клубе. Хорошо, так. Ну что, мои хорошие, как-то вы смотрите на меня как-то недоверчиво, да, недоверчиво. Хорошо, ну замечательно. Теперь можно сдвинуться туда подальше. Да, девочки, да, пропорционально. Вот так можно, как и как колбаски, как, кому как нравится. Хорошо, легли на спину и сделали креветочку. Даня, давай. Ну, тут у нас главный кревет. Креветки они, а ты кревет. Давай. Ну, Влада в своем каком-то стиле, в танцевальном работает. Он мало похож на боевое искусство. Но он такой какой-то, да, такой. Ну, а почему бы и нет? Творческий подход к боевым искусствам. Ну, я даже не знаю, как тебе ответить, потому что я не знаю, как по-другому. Я знаю только, как правильно. А как правильно? Четыре раза, да. Четыре. Даня, смотри, люди уже там возвращаются с отпуска, а ты все не можешь на самолет сесть. Давай побыстрее в технику, Дань, давай. Не-не, ну попу взад, вперед, да немножко посмотри. Влада, вперед, давай. Смотри, видишь, попу старайся выбрасывать. Мы же говорили. Да, проходите так, чтобы не было бросков. Все мягенько кладите. Когда мягенько, тогда мышцы хорошо прокачиваются. Вы осуществляете контроль. Змея же, она не падает, ей больно. Она все время контролирует каждую кочку. Хорошо, обратно пошел, давай. Дыши, дыши, дыши. На выдохе, да. Да, сбросы, ну делай, делай. Заметь, да, к тебе такой подход у меня пожестче, чем к другим. Потому что у тебя бывают иногда такие шедевры ты выдаешь. Да, такие перлы выдаешь хорошие, а потом раз и загрустил немножко. Влада, молодец, толкайся, толкайся, молодец. Зарина, молодчина, просто не видно и не слышно тебя. А делаешь ты все очень четко, молодец. Ты уже сделала все, да, Зарина? А почему ты не взорвалась на крайнем? Ну, взорваться надо на крайнем проходе. Побыстрее сделал, взорваться. Взорваться, то есть очень быстро, резко пройти.